молодым. Вот они! Посмотрите, какая плавность, какая точность управления, какие красивые линии. Вот это мастерство. Ваши аплодисменты открытому небу. Переработка, ваши овации. Трудно оставаться равнодушным, глядя на такие полеты. Падение. И это высший пилотаж. Ваши аплодисменты открытому небу. Умопомрачительные, завораживающие маневры демонстрируют нам пилоты. И это требует строжайшего контроля самолета и своего положения над точкой. Такое под силу далеко не каждому летчику. И мы снова видим наших отважных ребят с полной готовностью. Внимание! Распуск! Постоянный контроль! Ваши аплодисменты! Времени, тренировок, постоянных повторений отработок различных элементов пилотажа. Срок подготовки строевого пилота около 3 лет. И внимание! Петля Нестерова! Точка! Продолжение петли! Угол 45 градусов. Бочка. И это открытое небо. Это для вас, авиаторы, сибиряки, россияне. Ваши аплодисменты. Это была пилотажная группа «Открытое небо». Спасибо. Для вас комментировал Турдакин Валерий.
там падал. Thank you.
это понятно. Я скажу, нет, он шутит. А я скажу, да, он.
На котором ты, наверное, в прошлый раз сидел.
какой-то нарисован. Почти английский, но знает, да, мама? Ага. Мы с вами низко, как я здесь написала. Вон, смотрите, летит.
летят. Смотрите, вверх ногами. Ой, мама дорогая. Богдан,
группе DLS у нас был в начале, а это Алим Джон Баронов. Помните тройку желтых лисичек? Вот сейчас ведущий этой тройки Алим Джон Баронов в воздухе на аэропрахте А-22. Только посмотрите, он может быть не только желтого, но и белого цвета. Вот такой симпатичный Алим Джон Баронов. Великолепный мастер, пилот, инструктор, учитель и наставник демонстрирует фигуры высшего пилотажа. Боевые развороты с креном 90 градусов, косые петли с креном 80 градусов и косые петли в другую сторону. Александр Голоцевич вас ждет, брат. Брат Вова, Александр Голоцевич, Вова, брат, вас ждет. Алим Джон Баронов совершает на минимальном высоте проходы рядышком с нами. Замечательный, веселый человек, очень жизнерадный. Выполняется проход в составе пары на минимальном высоте 150 метров, 45-50 километров в час. Терминатор и официальная клиника. Сегодняшний день, когда мы сегодня озабочены, он в полном объеме всех.